По-своему, это первый и уникальный проект в своем роде группы НЛМК, который в таком раннем возрасте позволяет освоить рабочую профессию и получить свой первый документ, который даст возможность продолжить профессиональную деятельность. И кроме того, он дает преимущество при поступлении в наши базовые учебные заведения Новолипецкого комбината. Вы первые липецкие школьники, которые в Липецкой области впервые в своей жизни получили первую профессию. Вы на голову выше своих сверстников и получили очень классные навыки. Ребята показали высокие знания в теоретической части, в практической части. В дальнейшем они смогут достойно влиться в ряды ПАО НЛМК. Это действительно был первый шажок к моей взрослой жизни. И, возможно, он мне поможет в будущем. Эти результаты, я думаю, мне помогут в поступлении в этот колледж. После 9 класса я поступлю сюда, скорее всего, на слесаря. В то время, когда я устраивался в компанию, не было таких программ. Жаль, что их не было. Вам рассказали про НЛМК, вас сопровождают, вам подсказывают. У нас действительно команда и есть все возможности для развития, роста. Кто хочет, компания точно может достигнуть результата. Подростку очень важно найти себя в жизни, и этот проект как раз-таки позволяет ему окунуться немножко вот, во взрослую жизнь, что в дальнейшем поможет легче принять какие-либо решения. Я сам на комбинате работаю и считаю, что это стабильное, сильное предприятие. Если мой ребенок пойдет туда же по стопам, то ждет тут только самый успех. И он не пожалеет, в таком случае, во всяком случае, нисколечко.